Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Coins Hero Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Espens, также ссылочка на него будет в описании. А здесь есть две версии, обычная и премиум. А я проверял, работает на обеих версиях, так что можете смело использовать. Также скрипт будет в описании. А буду использовать премиум, так как она намного удобнее. И по функционалу, и по работоспособности. Так, для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Здесь работает автоинжект. Так, все отлично. И теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Xcode. Так, ну как видите, он уже начал работать. Он, получается, за вас автоматически фармит монетки, потом их сливает, также прокачивает вам уровень и получается способности, другие покупает и ранги. Если не ошибаюсь, у меня, по-моему, самый последний ранг, да, самый последний, и вот я его получил буквально за 10 минут с помощью этого скрипта, ничего не делая. Вот, довольно топовый скрипт, можете пользоваться. А, давайте проверим, выключится он или нет, если сделать ресет. По идее, должен выключиться, если не ошибаюсь. А может быть и нет. Так, ждем, пока мы возродимся. Так, что-то долго это происходит. Также немного подлагивает, как видите, но это получается так работает сам скрипт. Так, ну все. Мы можем двигаться. По крайней мере, это уже плюс после ресета. Но я так понимаю, он продолжает работать. Да, он продолжает работать. Угу. И двигаться я не могу. Давайте, в принципе, я думаю, сейчас перезайдем. Сходим там до последней локации. Откроем своим яйца. Я вам покажу то, что он там напокупал. И также, как он меня прокачал. Давайте посмотрим, что он нам здесь купил. Ну, во всех этих магазинах. Так, здесь у меня получается скорость... Он даже не покупал, я так понимаю. Ладно, давайте нажмем Buy All. Так, все, у меня купилось за самый последний. Отлично. Так, заходим сюда. А, вот здесь уже все куплено, как видите. Здесь, значит, он покупал вот эти скиллы. Так, идем дальше. Здесь скиллы он тоже не покупал. Давайте все купим. Так, у меня хватило. Отлично. Так, идем дальше. А, здесь рюкзаки. Ну, почти самый последний купил. Давайте его купим. А, даже он у меня куплен. Ну, все, тогда отлично. И здесь у нас ранги. Так, ну ранги я вам показывал, то, что у меня все куплены. Ну, как видите, довольно топовый скрипт. То, что за вас все автоматически делает. Так, давайте пройдем в локации. Так, давайте скорость включим, чтобы быстрее побежать. Также, как видите, все-таки... Уровень быстрее прокачивать будет, если вы будете его сами прокачивать. Так намного быстрее будет выходить. Так, давайте пока скорость работает, быстренько прокачаем. Все отлично. Так, в эту зону я же могу зайти, да? Да, отлично. Так, следующая зона у нас сколько? Левел надо. А, я могу сюда зайти, окей. Это получается за 40 левела, а это за 30 было. Так, давайте скорость быстренько опять включим. Прокачаем еще раз уровень. Так, ну я думаю, в принципе, мы сейчас до 50 уровня, по крайней мере, надеюсь, добьем, если получится. Скорость, конечно, у нас уже кончается. Скорее всего, не успеем добить. Окей. Так, осталось там, по-моему, если не ошибаюсь, две локации. То есть вот это и последняя. Больше там вроде локаций нету. Давайте, в принципе, я сейчас быстренько накоплю уровень. И мы с вами продолжим, когда буду на последней локации. Все, я дошел до последней локации. А, здесь давайте посмотрим, какое у нас умножение. Ну, здесь, конечно, все-таки дольше зарабатывать. Из-за того, что уровень довольно много прокачался. Вот, и естественно, чем вы... Больше уровень прокачиваете, тем сложнее дальше его будут качать.
как видите, очень мало прибавляется. Ну, скорее всего, это еще зависит от питомцев. Давайте, в принципе, пооткрываем яйцо. Может быть, не выпадет какой-нибудь крутой питомец. Так, зебра выпала. Ага, 20%. Ну, уже неплохо. Хорошо то, что не самый первый. Хотя, скорее всего, мне сейчас выпадет самый первый. Но если выпадет 1% питомец, то будет офигенно. Так, давайте открываем. Также, я так понимаю, это яйцо можно открыть за 50 робоксов. Но это, в принципе, не выгодно. Из-за того, что у вас уже с помощью скрипта дофига есть алмазов. И вы с помощью этих алмазов с легкостью можете открывать сколько хотите вот это вот яйцо. Так, ну пока падают самые плохие. Конечно, не очень плохие, но и не хорошие. Так. Давайте надеемся, то, что сейчас выпадет 1% питомец. Но, скорее всего, этого не будет. Потому что падают в основном самые фиговые. Так, ну давайте, я думаю, последние 3 яйца. Повезет, не повезет, сейчас мы с вами посмотрим. Я думаю, все-таки не повезет. И также сейчас покажу, какие у меня питомцы одеты. И сравним их не статистики. Так, ну все, в принципе, последнее яйцо. Опа. 8%. Ну, уже неплохо. Так, смотрите, у меня есть 1% питомец, который выпал с прошлой локации. Вот такое у него умножение. И давайте глянем умножение у этого. Ага, у этого побольше все-таки. Но не очень много, но хоть какое-то умножение уже есть, отлично. Так, подождите. Берем это выделение. Так, снимаем. Немного перепутал кнопки. Так, смотрите, у зебры и у кабана получается одинаковое умножение. Ну, давайте одену зебру. И давайте сейчас проверим, сколько буду опыта получать. Ну, не сказать то, что заметно. Больше прибавляется, ну, так, немного. Все-таки питомцы дают маленький бустик. Ну, как видели, скрипт довольно топовый. Повторюсь, то, что ссылочка будет в описании, можете пользоваться. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.